Году Сулеймана Стальского официально дали старт. Открытие прошло на центральной площади Махачкалы. В этом году республика празднует 155-летие народного поэта. На главной столичной площади состоялся концерт с участием звезд дагестанской эстрады и воспитанников детских школ искусств. Песни, которые звучали в этот день со сцены, были написаны на стихи Сулеймана Стальского. Его творчество широко известно не только в Дагестане и России, но и за рубежом. По решению главы республики Сергея Алимовича Меликова 2024 год объявлен годом Сулеймана Стальского. Это является прежде всего выражением высокого уважения к памяти Сулеймана Стальского, признанием величия его таланта и масштаба творчества. Безусловно, Сулейман Стальский – яркое явление в духовной жизни и культуре Дагестана. Он истинный народный поэт, который отражал в своем своей поэзии жизнь и настроение народа, его боль и надежды. Сулейман Стальский – один из основоположников нашей современной дагестанской литературы. Это человек, который был сам из народа, при этом обладал огромным талантом. В рамках официального открытия юбилейного года прошел также поэтический марафон, где все желающие могли зачитать стихи великого поэта как на его родном языке, так и в переводе. Но тот, в ком суровая правда не дремлет, хоть враг его из-под бель в спину толкает, споткнувшись и даже свалившись на землю, бесчестным не станет, ведь так не бывает.